Я монстр. А я медик. Приятно познакомиться. Ну что ж. Так, медику лучше какой баф взять? Я думаю, высоту лучше. Ох, из меня медик тут не очень хороший. Но вот с тебя как же тряпка. Да. Нет, ну медик он сложный. В смысле персонаж. Вот предыдущий игрок, вот кто? Айкс Вулф, по-моему, да. Играл за медика хорошо. Вот, блин, вот ты знаешь, вот только приноровишься играть за одного, тебе сразу же кинут другого. Да, то есть... Это... Смысл такой, что нужно уметь за каждого понемногу. Тебе говорили, что ты вылитый Гриффин Холси? Я и есть Гриффин Холси. Ха, ты смешно. Ты есть Холси, мама дорогая. Я диалоги читаю. Ух ты, я и не надеялся встретить такую они... знаменитость, как я. Ты знаменитость? По крайней мере, я раньше так думал. Ну вот этот диалог не блистал. Остроумием. Такс. Ты от меня не спрячешься, монстр. Ну, холопучаны. Холопучаны. Чё нам надо делать? Пока есть мы, не ты тут хищник, приятель. Он сломал один из сенсоров. О, понял. Тихо. Алён, что вы делаете? Алё. Мы в Волге. Они на меня охотятся. Привет. Остерегайтесь. Ты еще на телефоне, что ли? Сенсор установлен. Ну что, уже отключился? Да вы все разбегайтесь, я не могу понять. И вот все трое и все по разные стороны бегут. Не знаешь, на кого кинуться. Так, надо бежать за кем-то одним. Я помню эту карту, я даже на ней так хорошо запрятался. Алло. Это зона охвачена. Слышно меня, нет? Да. Народ. Да, ты еще на мысли. Чего вы играете? Да, они на меня подходят. От этих сенсоров нет толку, когда они перемолотят порошок. Вы думали, что за мной пришел? Нет, я иду метров 300-400. Насколько умным ты себя считаешь, я все равно тебя услышу. В общем, я скоро иду, давай. Чё за беда творится? Почему меня никто не защищает? Чё? Ваня, ждём. Понял, давай. Ну вот он, кого-то уже поймал. Разве он не красавец?
Мне нужна помощь медика. Стреляем в Альминоса! Здесь Леопард Молния! Стая птиц в воздухе. Недавно кто-то умер. Вы на месте-то не можете просто стоять, пока я вас лечу. А чего ты их там лечишь-то? Или что, все время сваливают жидкость? Так, ну те вроде бы справляются без меня и так. Где двое? Что-то какая-то бесполезная команда. Они просто бегают, 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 бегают. Кто хочет, так и бегает тут. А я на этой карте даже так закатился, что мне 20 минут не отмерили. Интересно, сколько на этот раз найдет? Ну хоть далеко от тебя или нет? Ага, так я вам сказал. Ай-яй-яй, ну вот. Здесь не опасно, стрекайте сюда. Все собрались в одном месте. То есть ты нас видишь? Я очень далеко вижу. У меня же сенсоры подключены. Что-то вот. Ладно, я буду бегать за толпой, короче говоря. Вот, я буду вот рядом с этим. Один вообще-то куда-то убежал в сторону. Да, они вообще по разные стороны разбежались. Я вот лучше с этим, со штурмовиком, с большим, здоровым, толстым парнем буду. Который будет меня защищать. Да, дескать, я хрупкая девушка. Да, ой. Я пошла. Вот он тоже, видимо, не понимает, что творится. Чего они разбежались? Он, ну, во-первых, что они разбежались, во-вторых, он не поймет, где искать. Эта зона охвачена. Так забавно наблюдать. Так. Мы его даже не ищем. Эта зона охвачена. Где? Пока они меня искали, двое ливнули. Сенсор установлен. Мы здесь имеем дело с агрессивной дикой природой. Не стоит щелкать клювом. Чего вы тут клювами расщелкались, а? Растение людоед. Ты от меня не спрячешься, монстр. Алекс Вульф-то у нас трапер. Угу. Значит, за ним и будем бегать. Это редкое создание. Thank you.
А, это ты, Андрей? Мы тебя нашли! Да, ну долго вы искали меня. Ну, явно не 20 минут. Дайте мне хоть по Андрею разочек стрельнуть. Сенсоры подключены. Теперь ты в наших руках. А, он его там насилует, блин. Мне нужна первая помощь, если это возможно. Мне нанесли удар, я ранен. Давай, старичок. Думаю, мы только что потеряли нашу знаменитость. Ой-ой-ой, плохая идея, я понял. Все, Андрей, я пошутил. Да я честное слово шутил. Давай. Да все, все, перестань, все. Ля-ля-ля-ля-ля-ля! А, я сбежал! Куда ты делся? Ты что там телепортами что ли шныряешь от нас? Ну, ты же знаешь, что это нечестно. Че, вы обратно на корабль полететь решили? Ну его, да? А, вон наш летит. Че мы здесь все столпились? Почему медика никто не защищает? Позвольте спросить вас всех. Посмотрите на него! Ты от меня не спрячешься, монстр! Костюм у него слабо досталось! Куда ты идешь? Я так не думаю! Да ну, отвали! Эй,
Плохая была идея. Попался! Мне это было нужно! Не могу ее больше держать! Остановить этого молодого! По-моему, я всех затащил. Ну, да. Ты от меня не спрячешься, монстр. Так, у нас есть сигнал. Там настоящий трофей. Сенсоры подключены. Потеряли сенсор. Эта зона охвачена. Так, ну траппер просто ходит и ловушки расставляет. Это не ловушки. Ну, в смысле ловушки? У него звуковые копья. Уничтожим агрессивных представителей фауны! Потеряли сенсор! Сенсор установлен! Сенсор установлен. Это существо умрет. Что-то вообще нет никакой движухи. Я, наверное, этот раунд вырежу. Уж слишком он скучный. Я догадываюсь, где стоит Андрей. Где я стою? Ну, где обитает. А вот одному бегать очень неосмотрительно. Сенсор на месте. Сенсор обнаружил его. Фауны. Да, чтоб тебя! Я ранен. Где наш мед? Помогите! Добегался. Давай, старичок. Я тут, мистер Холмс. Ауч. Ну же.
сенсоры подключены. Ну и? Отжечь! Штурмовик, наверное, просто так стреляет, потому что ему скучно. Птицы ищут чем перекусить. Леопард! Ай-яй-яй. Это было неприятно. Какой смысл-то сейчас от этого? Истекает. Очень скоро мы сможем уйти. Обнаружил, не обнаружил. Он испортил сенсор. Ну, мама. Что за... Ник развернулся опять. Нечестно. Чё такое? Мне с ремега сворачивается, пусть скажет. Давайте убьём призрака, прежде чем он снова ищет. Штурмовик не выдержал. Попался. Он свободен. Он меня здесь. Мне нужна. Андрей, перестань, все, хватит. Кто-нибудь, помогите! Траппер всех подвел. Да эти нубы были, я ж тебе говорю, тут траппер ужасный просто был. По одиночке бегал, да? Ну. Ужас какой-то. Один только я совсем справлялся. Ты меня так долго не мог убить. Кстати, да, не мог тебя поймать долго. Вы видите по карте, где я находился, да? Вы бегали надо мной. Я за бегемота на этой карте также спрятался в прошлый раз. Меня никак не могли найти.
Это все потому, что за Дейзи никто не играл. Кстати, да, Дейзи бы меня нашла. Да, Дейзи бы нашла. Был бы я трапером, мы бы с тобой расправились очень быстро. Или хотя бы, если бы Джек был, он бы просто этот спутник поставил, он бы меня просканировал. Он же сквозь снег сканирует. Угу. Сейчас оборона. Я Хайден поиграю. Так, ну, я предлагаю эту каточку сыграть и на перерыв. Давай. Хотя Ваня уже, скорее всего, придет. И Женя вон собирается. Ну, что-то они долго собираются. Ну, как соберутся, так снова повторим. У меня комп как раз отдохнет. За монстра, ну, за призрака и за монстра, вообще, в частности, когда вы так разбегаетесь от меня, да, в разные стороны, самая лучшая атака — это атака из этого, из призрака. Откуда? Ну, из режима скрытности. То есть, когда я приседаю и набрасываюсь. И чтобы я освободил того, на кого напал, вам приходится подойти ко мне и пострелять по мне. Иначе никак. А сам он освободиться не может. Ну, я знаю, что сам он освободиться не может. Уже попадал, да? Да. Что-то долго он там выбирает. Угу. Я бы Лазаруса рвал. Если бы я умел за медика бегать. О, Кракен. Тонна здоровья и летучая фигня. А, вот как его зовут. Древний Кракен. Да. Вот эта имбата, которая. Да-да-да-да. Мы не смогли завалить-то. Ты что-то сомневаешься, что еще сможем? Такс. Быстро надо ставить щит. Надо уйти за. За и где-нибудь посередине. Так, ушел я за, я не вижу. Да. Посередине. Все, ставлю тогда. Вот только не знаю, хватил ли я два прохода или нет. Сейчас посмотрим. Мне кажется, я плохо поставил. Нет, нормально. Нормально? Мне кажется. Ну ладно. Пускай. Есть, чтобы пройти, нужно сообразить. Ловушку на землю! Внутри? Нет? Монстра его нету еще пока. Помощники только. Мне нужна помощь. Есть штурмовик? О, вот где медик, а? Ага, вон они оттуда пошли. Тебе это нравится? Все в порядке. Кому-то нужно еще? Ага, вон он. Ну, у меня поле закончилось. Угу. Он выждал, засранец. Выждал, да, но мы помощники хотя бы. Ну, фокус в том, что он дальний по скиллам, поэтому... Так, ну, сейчас у меня щиты восстановятся, я снова так сделаю. У него времени не так уж и много. 4 минуты. Ловушку на землю! Так, Дейзи, не надо, не ходи туда. Ставь там, куда, где пойдут помощники. Ну я вот в проходы ближайшие заставляю. Нет, я имею в виду поле. А, поле. Так, чтобы они не прошли, потому что дома, что в основном помощники. Я постараюсь снова. Так, все. Я пошел ставить. Не торопись, не торопись, не торопись. А он здесь уже! Давай. Есть, все. Брошена граната, уходите!
Так, я тут с этими разберусь. Все, я закрыл наш этот. Вы должны убить его. Ну там, ой-ой-ой, там помощники пробрались. Да нет, мы сейчас их уберем. Так, щит пока не снимать, да? Нет, не надо. Нужна энергия, подождите. Попробуем эти игры. А я сквозь щит могу стрелять? Нет. Ну да ладно. Вот и дело. Не мы внутрь щита не можем стрелять, не ты изнутри щита. Ну этого не надо пока. Так. Мы помощников убрали. Вы справляетесь пока, да? Да, помощников мы убрали. Он внутри? Да, он внутри шара. Лучше регенерации, то есть заряд. Ловушки готовы, не готовы. Он прошел? Нет. Ну вот и все, сиди тут, значит. А, вот пули. Ушло. Гори, гори, гори! Ой-ой-ой! Он заряжается! В принципе, этот древний кракен может и сам пошел на топоры. Отравим это место! Молния приближается! Слушай, мне кажется, мы ему неплохо накидываем. Естественно, с огнеметом и с ядом. Дэдди! Спаси Дэдди! Моя ловушка готова! Давайте устроим взрыв! Вот дерьмо! Генератор практически разрушен! Блин, вот задница. Мы за генераторами как-то надо. Я с тобой, я с тобой. У него щитов-то не осталось? Да. Ну, почти не осталось. Так, я щит пока не ставлю. Да, он пошел кормиться. Кормиться пошел? Да. Или ставить сейчас? Нет, пока не надо. Держитесь, переключаясь на дроби. Кто там пошел в одиночку у него? Посмотрим, на что способны эти вонючие игрушки. Эй, поднимите меня, черт возьми! Соберись! Где метик-то наш? Я не вижу. Рядом вот. Так. Чувствую, надо ставить, да? Лучше регенерации, не полностью заряжен. Не видно его пока, не ставь пока. Он ушел вон туда. Да, у тебя он ушел, но он уже с другой стороны пойдет. Он же летает. Ну какая разница? А, хотя там, блин, проход есть, да? Угу. Вон он, справа. Не, здесь нет прохода, что-то у меня... А, не, есть. Ох, он полностью пролез. Молния приближается. Мне бы под медиков встать сейчас. Яблочко, цель ранена. Вот мои проверенные бомбы. Гори! Слушай, ну мы его неплохо так дамажим. Так мы огнемет и бомбы с ядом. Его чуть турели дамажим. Так. Это поможет вам продержаться. Попробуйте. Я считаю, что могу. Он заряжается. Извини, парень, ты не уйдешь. Я помощников пока... По-моему, я его сейчас убью. Да, я его убил. А, молодец. Я в одиночку на него пошел. Так, ну, мы неплохо справились.
подключен. Ну, поздно подключаться. Ну все, мы это сделали.